научился на самолетостроении, но не научился, потому что творческая личность, я только базарить умею. Вот, в общем, короче, я сейчас на репетиционной точке у Лехи. Леха сегодня репетирует, Леха у нас человек оркестра. Вот, и он меня пригласил в Гамбург, и я, соответственно, как бы снимаю влоги про Леху. Леха очень многогранный человек, и здесь он репетирует. Здесь это вот такое место, это бывший бункер. Это вот Леха, он настраивается. Стёп, тебя снимать можно? Да. Давай. Как группа называется? Еще не размножились. Пока никак. Ну, давай забацать. У приятеля появилась гитара, и он как-то начал играть на гитаре, и я подумал, бля, это так круто. Надо тоже научиться. Но у меня не было такой возможности, потому что не было гитары. И поэтому я очень сильно захотел в Германию. Вот. И я в нашей семье больше всего хотел в Германию, потому что знал, что мне там купят компьютер и гитару. Через полгода мы приехали в декабре в Германию, в июле у меня была днюха, и я выпросил у родителей бабло на гитару, короче. И вот через полгода у меня появилась гитара. Я вообще до этого никак с музыкой не был связан, в музыкалку никогда не ходил, ни на чем играл. Но за месяц я научился играть первую песню. Панк-рок. Ну, вот. Как сказать? Ну, так скажем. Романтический панк-рок. Стёп, только в конце дубли не бери, молоток со стены и по камере не бей. Вот зря ты мне это сказал. На самом деле, я учился играть на барабанах не так давно, может, где-то пару лет назад, получается. Ориентиры на кого, кроме как не Моисеев? Блядь, слушай, сложный вопрос. Моисеев, ты, конечно, блядь, на первом месте всегда. Галани. Знаешь, мне всегда очень нравятся группы, такие группы, как Slipknot, Rammstein. Я когда был маленький, да, вот, отец, короче, он такой, знаешь, прям панк такой старой закалки, там, Короля Шута слушал, кино слушал. С Питера? А? С Питера? Не, он там с провинциального, хотя городка мы все были. Хотя он в Питере тоже жил, так что... Вот. Ну и когда я еще был мелкий, мне, может, было лет 10-11. Батя меня, короче, подогнал диск Рамштайна. Там прям было, наверное, альбомы 4, я прям башкой тряс на все это. Ты решил переехать в Германию? Нет, в Германию я вообще не хотел переезжать. То есть, как бы мать на самом деле.
нравится? Он скажет да. Но он немец. Он же немец, он скажет да, конечно, мне нравится. Он сказал, что... Так классно с вами, ребята. Я ничего не понимаю, но мне офигенно. Он спросил. Пацаны, что делаем? Документы, документы покажем. Банк выносим, банк выносим. Эй, братан, снимаем, Нравится. Все зависит от того, захочет ли он русский язык учить или нет. Или хотя бы слушать.